Советским героям-пограничникам и их служебным собакам, отдавшим свои жизни под Легедзино и в других сражениях Великой Отечественной войны, посвящается. Джулька, ты чего? Почуял кого-то? Может, зверь какой-то? Он обычно так на людей реагирует. Этих детей должны увезти в Германию, чтобы они работали на наш рейд, вместо того, чтобы здесь разъезжать. Им все равно нечем заняться в этой проклятой стране. Лучше работать у нас. Наш дом сгорел, жить негде. Мы с сестренкой к бабушке едем. Бабушка! Да-да, бабушка! Я вас магсту. Это всего лишь дети. Пропусти. Ты слышал? Ночью у нас был жестокий бой. Наши против спецотряда. Многих наших солдат порвали собаки. Да, я слышал, это было страшно. Рано у тебя заживет, и дочка твоя найдется. Куда она денется? Вон Марфа у нас бывала. Уйдет все деревни, ее ищем. Она вернется, ляжет на кровать и спит. Найдется. Марфа, люди в деревне говорят, ночью бой в лесу страшный был. Немцы много наших побили, а раненых штыками покололи. Потом через деревню пошли, кого-то искали по хатам. Всех собак зачем-то постреляли. Стариков не тронули. Молодежь успела в лес убежать. Вернусь. Спасибо вам. Садись. Крепче держитесь. Заходи.
как-то так. Еды нет. Я чай. Попробую чай. Раздобыть, может, какие-то сухари там, сахар. Потом съезжу, получу продовольственные пайки, поедим. Все будет хорошо. Ты не думай. Мне Ваню Шевцова жалко. Война. А жизнь идет. Ализа. Я всех на уши в горкоме поставил. Найдут. В километре обнаружено место боя. Полно дыма, всех наших положили. Веди.
Вань! Тихо, Вань! Все. Ваня, это я, Вань! Тихо! Все, Вань! Все. Живо. Было. Как вы выжили? Случайно. Рубка стояла. Люди, собаки. Руками душили, зубами грызли. Потом немцы ходили. Штыками протыкали всех. В штабе суматоха, готовится к отступлению. Завтра обещали выдать форму. Ничего не съела? Лиза? Не нашли пока. Найдут. Давай наберемся терпения. Тебе нужно есть. Какой госпиталь, Боля, убирай меня отсюда. Ванечка, ну пусть посмотрят тебя врачи. Ну пусть они тебя подлечат. Подлатают. Да ты пойми, Ванька, война, понимаешь? Война. Ты вышел с окружения. А мне, между прочим, подробный отчет писать. В особый отдел. С некоторыми, конечно, корректировочками. Какими корректировочками? Какими корректировочками? Никакими. Да ты устал просто. Давай, отдыхай. Отдыхай. Олечка, забирайте. Забирайте. Давай. Пойдемте. Угу. Проходите. Какой красавец. Я сам охотником был. Тоже собак держал. Детишки, что случилось-то? Непослушные они. Ну, мужики. Бегают сами по себе. Давай. Навались. Вы послушный. На-ка. А он настоящий пограничный пес. Так уж и пограничная. Да. Солома, мужики. Он обучался в школе собаководства.
Я там мама врачом работала. Она военный хирург. Так. Вот как. Хорошая профессия. Ну, давай. Как, ребятки? А куда дальше едете? У меня родичи тут неподалеку в деревне живут. Дед с бабкой по батиной линии. Поехали с нами. Может, и с нами. В городе лучше. Ты поезжай, я к своим старикам. Старые они, не смогут без меня. Спасибо тебе. Да ладно, счастливо вам. Давай, давай, давай. Принимай, мужики. Красавица. Опа. И ты с нами. Давай. Ну, двигайся, двигайся. Теряли близких? Дочь. И еще одного человека. Я не знаю, где они. Я виновата. Перед ними? Да. Я обещаний не сдержала. Один человек попросил мне икону спасти, передать в церковь. Ага. Он погиб, когда мы уходили. Прикрыл нас бойцами. Я положила икону в сумку с медикаментами, а сумка в отряде осталось. А отряд, наверное, весь погиб. Ну, вы не переживайте. Так бывает. Икона эта им нужнее была. Она, может быть, кому-то жизнь спасла. Спасибо.
давай. Давай. Опа, какой он у тебя хороший, охраняет тебя. Он меня в обиду не даст. Ой, молодец. На тебе на первое время еды хватит. А Саня как? А ты за нас не переживай, мы на довольствие. Ну, пойдем в милицию. Не надо. Ух ты, защитник. Я сама маму найду. Все больницы обойду и найду маму. Спасибо, зайду. Меня старшей санитаркой назначили в прифронтовой госпиталь. Молодец, Глаша. Ты справишься. А вы как? Хорошо все. Тогда на фронт? Скоро. Хорошо. Мы же не отчаиваемся, правда? Все ты так понимаешь. Ты знаешь, я очень рада, что у меня есть такой друг, как ты. Ну, пошли дальше, мам, скай. Мне нужно снять с вас показания. С вас? С вас. Действия Шевцова на момент выхода школы. Жаль, ребят. Все полегли. Спасибо за подробный рассказ. Он очень пригодится следствию. А с чего вдруг? Личность Шевцова заинтересовала. Шевцов вышел из окружения и сейчас находится в центральном госпитале. Странно. Все ребята погибли. А Ваня... Шевцов жив. Я ведь как-то тебя сигнализировал. Я помню. Я учту ваше мнение. Нет, ну правда интересно. Все же погибли. А он жив. Ну, что могло быть? Попал в плен. Его завербовали. А может, он еще до войны? Я видел, как он допрашивает пленного. Он говорит по-немецки. Отлично. Всего доброго. Сядь. Дорогой сыночек мой, Юрочка,
Пишет тебе твоя мать Пелагея Ивановна. В первых строках... Давайте считать, что я... Что жива, здорова, чего тебе абсолютно нравится. Здоров. За меня не беспокойся, у меня Оля. Все хорошо. А капитан опять за свое. А вот Оля считает, что вам до полного выздоровления необходимо еще несколько дней. Спасибо, Оля. Капитан, не торопись, выздоравливай. Выздоравливай, капитан. Товарищ майор, мы с вами выполняем разные задачи. Вы свою выполнили. Отпустите меня выполнять мою. Дайте работу любую. Могу полы мыть, могу санитаркой. Могу приступить к работе прямо сейчас. Но вы же врач. У нас врачам положена комната, старая, без мебели. Анфиса, дай ключи и адрес. Обустраивайтесь на новом месте. Приведите себя в порядок. Отдохните. Еще успеем наработаться. Спасибо. Кира! Кира! Подожди. Мне нужна твоя помощь. Там бумаги очень важные. Да успокойся, успокойся. Сейчас, сейчас. Давай. Я тебе все по дороге объясню. Паша, пожалуйста. Успокойся. Все хорошо. Сейчас тебе все объясню. Зарплатные ведомости, хлебзавода за 1939 год. Зашивка вентиляционная, водогазонепроницаемая для подачи воздуха между главной и промежуточной трубой. Спецификация, вентиляция, общесудовая, кондиционирование воздуха. Правый борт, разрезы и монтажные чертежи. Спецификация к чертежам 1123 5416. Какая ты красивая.
Паша, а мне кажется, что ты не справляешься со своими бумагами, секретными. И умная. Я тебя ненавижу. Дорогой сыночек мой, Юрочка, каждый день ждем от тебя письма. В первых строках своего письмеца сообщаю, что жива, здорова, чего и тебе желаю. Ну, в общем, освободил, принял решение по твоему вопросу. Все хорошо. Претензий к тебе нет. Ну, хорошо. Да, тебя прикомандировали к прифронтовой части. Ты погоди. Прифронтовой? Прифронтовой. Такие специалисты, как ты, на фронте нужны, так что долго держать тебя тут не станут. Значит так, тебе приказано сформировать отряд проводников с собаками, обучить их для охраны частей, ну и других задач по охране тыла. Так что давай, собирайся, едем прямо сейчас. Давай. Приказ. Да. Кира Андреевна в городе. С Поляковым. Ну, хочешь, тебе адрес дам? Не, не надо. Ну, ладно. Давай. Я тебя жду. Целуем и любим. Поправляйся. Григорий Дмитриевич. Да. Я по делу Шевцова. Состоялся разговор с Араповым. Да, я дал письменные показания, но главное сообщил устно. Понимаете, Арапов явно недооценивает сложность ситуации. Идет война, и такая цепь случайностей, знаете. Сначала якобы неудачный захват диверсантов. Теперь разгромлен отряд, а сам Шевцов жив. Странно. Но вы, так сказать, в порядке контроля. Спасибо. Я знал, что вы меня поймете. Да. Всего доброго. Жив? Кто? Паша. Ты такой хороший человек. Ты такой разный человек. Просто я с тобой пойти не могу. Это конец. Давай запрыгивай.
Давай наверх. Давай, Миша, пошел. Доброе утро, Чулька. Ну, пошли дальше маму искать. Дяденька, ну отпусти! Девочка, ты местная? Нет. Продяжничаешь? Я маму ищу. Давно ищешь? Давно. Ясно. Забирай. Пустите! Эй! Джуйбарс! Джуйбарс! Пустите! Пойдем, пойдем, пойдем. Сядьте, сядьте. Оформите. А вам-то куда? У вас же бронь. На передовую. Оформляйте. Летел. Лебедь. По синему. Небу. Читал. Газету. Под номером. 13. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. 12. 13. Не беспокойся, мамочка. Мы с Чульбарсом справимся. Мы самостоятельны. Ну, конечно, вы самостоятельны. У меня смена, буду утром. Так что ты без меня укладывайся, мелешки. Угу. Да. Кира Андреевна? Да. Вас к телефону. Спасибо. Алло. Алло, нам нужно поговорить. Не о чем. Я был такой дурак. Мне показалось, что это возможно. Я, Лиза. Ты.
Сначала не понимал. Мне нужна была карьера, но потом увидел вас. Я полюбил ее. Захотел жить семьей. Тебя полюбил. Ты меня прости. Шевцов сейчас на вокзале. У него погрузка. У тебя есть час. Кира. 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 Лиза, доченька, мне не видно ничего. Попалась. Мне нужна минута. А ты знаешь, я тебя очень сильно люблю. Иван Шевцов с советскими войсками дошел до Берлина. В ожесточенных боях за город был тяжело ранен. После госпиталя участвовал в войне с Японией. Кира Павлова до 1945 года работала хирургом в прифронтовой зоне. Спасла десятки советских солдат и офицеров. Награждена медалью за боевые заслуги и орденом Красной Звезды. Всю войну она искала Шевцова. Павел Поляков на фронте воевал в пехоте, не переставал писать письма Кире. В боях за Москву струсил и бросил свой взвод.
был задержан как дезертир и расстрелян. Егорыч. На месте ожесточенного боя, где героически погиб Егорыч, установлен памятник. Глаша Смирнова. В битве под Сталинградом вынесла с передовой 65 раненых солдат и офицеров. Получила звание Героя Советского Союза. Посмертно. Яша Алексеев. Прошел всю войну без единого ранения. После окончания работал инструктором в пограншколе. Каждый год 9 мая приезжал в Сталинград возложить цветы на могилу Глаши. Женат не был. Борис Арапов. Закончил войну в звании генерала. После войны командовал Северо-Западным военным округом. Лиза Павлова. Всю войну прошла рядом с мамой, ухаживая за раненым. Продолжая семейную традицию, стала известным хирургом. Замужем, двое детей. Джуль Барс. Воевал рядом с Шевцовым и вместе с ним дошел до Берлина. Вытащил его раненого из-под огня. Участвовал в параде Победы на Красной площади. Прожил долгую, счастливую жизнь.